что, друзья, всем привет, рад вас видеть. Сегодня у нас, ребята, реально два дня дождь, болото, но постараюсь вам показать, как данный трактор нарезает гребни. Для чего это я сделал, в будущем я вам все расскажу. Ветер у нас, ребятушки, сильный, блин. Вот, сегодня мы это будем делать действительно на прекраснейшем аппарате. Это Шифен 504, ребят. Мечта любого фермера все-таки, как бы не было, это достойнейший агрегат, проявившийся уже себя реально, ребята. Он просто моща, зверь, вещь и прекрасный трактор. Что кабина, что в целом. Трактор действительно достойный. Мое мнение, вот такой трактор, это просто для КФХ, ребята, сужден он, сделан. Как видим, прекрасные регулируемые лопухи у нас на кучниках, друзья, по ширине. Также культиваторчик есть, также есть плоскорезы, и также сюда можно установить ежи-пропольщики. Данная компания Кронос мне предоставила еще 5 ежей, друзья, и мы действительно будем обрабатывать еще на данном тракторце с ежами, пропалывать. Я вам скажу, как есть, что уже пятирядные кучники, только быстро нарезка борозды идет, что просто космос. Что я вам хотел сказать? Потом я вам, друзья, в новых видео расскажу, для чего я нарезаю борозду. Обязательно, почему я это делаю. Данный агрегат просто вещь. И это надежный аппарат, про которого много даже и не надо говорить. Он сам за себя говорит по отработанному времени. Ребятушки, сейчас я вам просто покажу, как я немного подравниваю, потому что под конец у меня дорога заканчивается, из-за этого оно немножко виляет. И я просто настраиваю колеса ровно, пускаю руль и просто нажимаю газ. Вот и вся моя работа. И теперь он должен максимально борозды эти выровнять, ребята. Я руль реально не держу. Он максимально их должен сам подравнять.
Итак, друзья, что я хотел сказать. Первый раз я специально проходил, ребят, но ровность тяжело выгнать. Но чтобы выровнять их более-менее с большего, вы просто должны выставить идеально ровно колеса и пустить руль. И он, грубо говоря, где-то чуть-чуть заедет на бороду, где-то чуть-чуть съездит на нее. Но окучники, идущие сзади, они принимают более плавную форму. Если были резкие такие, знаете, кривизна резкая, то теперь она была до этого, допустим, страшно показывать. Теперь оно реально ровно-ровно, минимальное, но плавное-плавное есть там изменения. Вот что я хотел, ребятушки, сказать. Ну ладно, поехали еще нагоним, я думаю, прохода 2-3. Честно вам сказать, если бы не видеоролик, это работа здесь, ребята, на максимум 15 минут. Ну, самое главное, первый ряд тяжело выставить. 15-20 минут, и поле все готово. Так что, друзья, просто из-за видео хочется вам продемонстрировать и показать, как это все работает. Прячемся в кабину. Что я вам хотел сказать, что действительно трактор, ребят, справляется превосходно. Вообще нареканий у меня нету. 50 лошадей. Все-таки вы сами понимаете, это действительно уровень, да? Да и в целом он быстро делает большие объемы. Конечно, еще раз повторюсь, ребята, надо, чтобы земля немного подсохла. Но в целом он сделал свою работу на все 5 баллов. Из-за этого еще мы ждем подсыхания земли. В будущем ждут пропольщики. Так что, ребята, по всему навесному оборудованию компания Kronos5.by.ru, друзья, по тракторам скидка от моего канала. Если вам интересна консультация, Instagram в описании, обращайтесь. Так что всех был рад видеть. Всем пока, друзья. И скоро, я еще раз повторюсь, нарезка у меня гребни для того, чтобы одному садить картошку. Без вообще чьей-либо помощи. Так что для этого я это делаю. Мне самому интересно, получится ли у меня это. Всем пока. Подписываемся. Не забываем, друзья. До скорых встреч.